Всем народ, здравствуйте. Сегодня будем проходить миссию Ревен. Так, вот Эван. Может, адреналинчик? Все, побежать. Больно. А, все, ему новое скину. Еще ты на один. Как мне тут увернуться? Я все потратил просто. Все, завалил босса. Неплохо. Было, однако, потно. Сейчас мы добежим и сохранимся. Что у нас тут есть? Здоровье чуть-чуть подлечить. Так, таланты смотрим, что у нас тут есть. Угу. Неплохо. Так. Так, еще, наверное, подлечусь я. Все, выход. И отдохнуть в контрольной точке. Здесь мы, пожалуй, сохранимся. Начинаем продолжать игру. Играем. Башня хранителя. Так, надо оружие поставили, все ништяк. И это что за фигня?
Ага, башня-хранитель. Заходим. И что нас здесь ждет? Дефект внутренней структуры. Стебель из ядра. Трещины в стенах растут, окружают меня. Человек, ядро сгнило, корень заражает все. Зачем мне отвлекать? Стражи уничтожены, пожиратель на свободе. С другой стороны, у тебя может получиться. В лабиринте есть все пути и бесчисленные возможности. Но, как бы там ни было, это все, чем я могу помочь. Угу. Значит, он с лабиринтом я выгнал. Сопротивление, но контрольная точка. Все, сохраняемся.